Итак, всем привет! С вами, как всегда, я Дезертир, и мы начинаем новое прохождение Undercover. Собственно, по идее, все дела со мной, персы, и поехали. Всем здорово, всем привет. Глаза в кучу, спать охота. Но мы не отчаиваемся, ведь только что вышло пойдет обновление. Я пока спал, почувствовал, что вот у меня уже игра обновляется. И подбежал к компьютеру, и да, обновление добавили. Вы поняли, насколько он наркоман, поэтому мы продолжаем. На самом деле, все действительно было примерно так, что мы посмотрели, выходило дополнение, но мы как-то не ожидали, что оно выйдет именно сегодня, и вдруг так раз, хоп, и сразу же решили его записать. Вот так вот, собственно, все это весело. Мы ничего не знаем на этой карте, я знаю, что она старая, но я не особо проходил в свое время первый Payday, поэтому я не знаю ни одну карту из первого Payday, на самом деле это вот так вот. Я знаю, что там было жестко фарм в некоторых местах, но как-то так. Поэтому мы сейчас будем смотреть, что здесь да как. И все на английском. И все на английском, да. Поэтому персы отчаивается. Я не отчаиваюсь. Просто непонятно, что делать. Это да. Preparation. Предподготовление, я так понимаю. К чему? Так, о, вам нужны доски. А, походу, сейчас сюда кто-то приедет. Тут будет жопа. А, надо будет... Здесь же отбиваться, по-моему, надо будет от кучи народа, насколько мне не изменяет. Дилер спускается вниз. На чем? Точнее, сделка происходит снизу. Какой он сервер? Так, нам нужно взять сервер. Увидеть. Тебя кто-то палит. Фух, 93%, по-моему. Ну, видимо, ты в нужном направлении был. Ну да. Да, вон они. Тебя спалили. Меня? Да. А, нет, стой! Нас не спалили! Это не нас спалили, там мусора подъехали. Там кипиш у них какой-то свой начался. Ну, короче, теперь нас спалили чуть-чуть. Давай, я с крыши тебя с грибовика прикрываю. Иди за сервером. А где он? Где-то на первом этаже, там лифт, я смотрю, едет. Я никого не вижу. Билдинг? Ты уверен? Подождать Крейна. Ладно, на самом деле мы несем полную хрень, потому что я еще раз повторюсь, я не играл, к сожалению, в первую. О, они уносят лимузин на вертолете. Я это просмотрел. Там сумка. Where is bug? Слышь, там сумка. Ау! Брайс. О. Так, надо посадить кого-нибудь. Это будет проблематично сделать. Почему? Так, нам нужно куда-то наверх, 18 метров. Я так полагаю, что эта машина находится там, поэтому я слышу клокера. Я не слышу. Мразь вот где-то вот тут прям. Вот она здесь. Все, я убил. Жим дальше. Ну ты понял, да, что это я его бульда. Слышал раньше еще. Да пофиг на бульду. У нас машины здесь. Он где-то наверху. Бульда наверху, да, кстати, походу. Так. Походу он в тачке сидит. Проблема, да. Ой. 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 Ой, она на тебя падает. Чуть-чуть, да, есть. У-ху-ху. Она еще чуть-чуть упала. Так. Так, нам нужно ее чуть-чуть порезать. Сейчас, подожди, не режь без меня, я хочу посмотреть. Давай. Ты идешь? Бегу.
Спрыгивай прям, чувак. Не умрёшь, сто пудов. Всё, я здесь. Так, режем её. 90 секунд на прорез. Прикольно, слушай. Новые пилы. Но это не то чтобы новые пилы, это старые пилы. Это как бы, я тебе говорю, это карты для первой части, насколько я помню. Ну я не играл в первый Payday. Та же фигня, хотя знаю, что она хорошая. Начал со второй, как-то на первый потом переходить уже не очень хотел, потому что слишком по-другому сделан первый Payday, слишком не так. Слишком непривычно для меня лично. Я починю. Главное, так пилит, слышишь, таким звуком, когда она ни хрена не пилит. Типа закусила. Да-да-да. Так. Так, 50 секунд. Что-то в этом духе. Ты хокс-куб-то сопоставил? Нет, я из него буду вылетать, и как и ты, собственно, с этой картой, потому что эта карта новая, и хокс-куб к ним и прочие не приспособлены. Не знаю, у меня ничего не вылетает. У тебя просто если в середине миссии вылетит, я не виноват. А может, к сожалению. Да, к сожалению, да. Я починю. В любом случае, это прикольненько. Смотрим, что будет, когда она закончит. Осталось уже совсем чуть-чуть, 19 секунд. Блин, капец, я сейчас к окну подхожу, хочу выглянуть из окна, и такие спецназовцы залетают с ноги. Что-то пошло не так, да? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну же. Ага, мы прорезали там квадратик. Что в этом квадратике? Вылез чувак оттуда. Я взял сервер. А, чувака надо с собой забрать. Наверх? Да. Я пока побегу чувака. Видимо, он за мной идет. Как-то ему самое мало с хреново, по-моему. Так, наверное, нам как-то туда. Нет, нам еще выше. О, там бульдозер. Тут кого где-то? Пока, бульдозер. Так, у нас здесь щитовик. Фейзер, идиот. Так, в комнату ведем его. Собственно, в ту же самую комнату, где... А! К компьютеру. Окей. Use не дес, у тебя сервер. Да-да-да, у меня сервер. А клокер где-то рядом. Там совсем. Да он, да, где-то. Слышь, ты! Под зад, что ли, пнуть его надо или что с ним? А! Под пердак. Да-да-да. Так. Так, привязать его, короче, к стулу. Тот момент, когда клокер перед тобой стоит такой просто, знаешь, в непонятках просто. Короче, там последи пока за чуваком, я немножко тут расчищу. Наверное, на него крикну. Наверно. Тот момент, когда ты ни хрена не попадаешь в снайпера. Там много снайперов. Снизу в окне убей снайпера, пожалуйста.
Не вижу. Давай, говорю уже. Я ему только что ударил, и он такой, это... Типа больно. Так, я, короче, код один узнал. Нам нужен... нам нужны доски. Чтобы к нам через окна не заходили. Бомбанул чуть-чуть. Там нет нигде досок. О, еще и свет выключают. Я сбегаю. Давай. А я пока посмотрю как раз, как выглядит это все без света. Скорее всего, просто отключено, ну да. Так, ввожу пароли, доступы и все о, остальное. О, доски нашел. Красавец. Так, ну понятно, короче, как это работает. Подошел, мать твою, как ну называется. У меня тут же вылезло. Подошел, как ну и как ну. Ага, что-то типа того. Так, давай нам следующий пароль, падла. Пошел. Как он у вас вообще... А, ну да, там дырка. Так, сейчас я его заставлю еще раз говорить. Говори. Я его случайно вырубил. Ну чуть-чуть, я не специально. Я не знал, что так можно сделать. Эй. Чувак, чё? Ты мёртв? Я. Я, походу, его убил. Чуть-чуть. Газ. А, нет, не убился. Тут становится жарко. Окей, он мне сказал второй код. Кажется, я умею пытать людей. Пошли вы. Тут писец снайперов, чувак. Я доски бегу еще. Нам бы вот это окно закрыть, вообще жесть тут, короче, с снайперами. Так вот, ну надо доски. Дай мне хоть немножко патронов. На, не вопрос, сейчас поставлю. В смысле, от этих чуваков патронов, ну ладно. Можно и так. Так, я сбегаю за пауэром. Или нет. Это пошло немножко не так, как я думал. Поднимай меня, чувак. Че? Так вставай. Так, я сбегаю за пауэром все же. А, газ, фак. Да ладно. Серьезно, щиток наверху. Хреновенько. Кто меня бьет? Не знаю. Ах ты тварь. Он сквозь текстуры стреляет. Тот момент, когда ты косорукий. Починишь комп.
Попробую снайперовщиц убрать с соседней крыши. Кстати говоря, я сделал наш день. Пошилочка есть. Я уже две нашел. Неважно, я сделал сам наш день. Без твоей помощи. Ну. Ну, кстати, скорее всего, очень... Блин, карта, кстати, довольно большая, на самом деле. Даже сказал, очень большая. Так, сейчас попробую брать как раз всех этих снайперов с раунда билдинга. Оу. Вот тот момент, когда тебе очень больно прилетело. Учитывая, что стреляю с пистолета-дробовика, это как-то странно. Серьезно? Ай-яй. Нормально. Как? Через весь почти коридор тизер ноузумом попал в голову. Я просто сейчас пытаюсь понять, как мне вообще отсюда... А, все. Я пытаюсь понять, есть ли тут еще доски. А доски-то там, скорее всего, есть. Нашел. Вопрос лишь в том, где именно. Надо еще одни доски. Надо не одни доски. Ты че компьютер так-то не починил? Меня там вообще не было, ты че? Ты че, Дескин? Я убежал там давно. В смысле тебя там не было? Какого фига тебя там не было? Ты должен был компьютер починить, чтобы он нам это... докладывал, так сказать. Я же вниз ушел. А зачем? Искал. Хорошо, спрошу еще раз, а зачем? Окно закрыть, сам просил же. Но это было риторически. А я думал лирически. Лирическое отступление будет потом. Послесловие, так сказать. Тейзер. Момент, когда ты промахиваешься с дробовика. Оказывается, бывает и такое. Ого-го, тот момент, когда вышел на крышу и вышли снайпера. И ты схватил сразу от трех, да? Там или от двух. А может... Блин, нет, от одного. Там как? Нормально, я снайперов убрал. Блин, еще один, что ли? Да где он? Да ладно, он опять вырубился, серьезно. Я не знаю, чувак. Можно сказать. Жесть. Да я там сам с таким же хп ушел, так что я тебя понимаю. Так, если здесь досок нет, значит досок больше нигде нет. Что-то в этом духе видно. Хилка, иди сюда. А, ну тебе если хилка нужна, скажи мне. Не-не-не, нормально. Есть. О, я нашел доски, yes. Красавчик, нам больше в комнате не понадобятся доски. А, я наконец-то могу продолжить его пытать. Нет, хилки мне не нужны, я отхилюсь, не переживай. Так, смотри, чтобы не отрубили нам наверху электричество. Я сейчас отрубаюсь. Хотя я помню, там, по-моему, внизу нам вначале отрубили, я, да? Вообще не знаю, где рубильники. Наверху стоял. Ну, ты же первый рубильник. Думаешь, я помню? Использовал. Блин! Хотя... Тварь. Не успел спрятаться за досками. Так, ну все, мы закрыты. Я случайно как-то убил блокера. Вообще тот момент, когда ты постоянно кого-то случайно убиваешь. Все потому, что у тебя гребаный дробовик. Я слышу бульдозера, по-моему.
чувак такой, типа, я прикрою. Ага. И умер чуть-чуть. Так, закончить взлом. При этом в русском переводе начать взлом. Все-таки я получил. А, я ж тебя еще не могу поднимать пиком. На. Ну тебя поднимет. Да-да-да. Оу, у меня тут друг хороший, кстати. О, еще один, второй такой же. Сбей ему щиток, я его убью. Все. Нет. Все. Готов. Так, побег. Фриран наверх, на второй этаж. А, хотя второй-то этаж с той стороны будет удобнее зайти. Ай, ни хрена не вижу. Пошли. Куда? Я уже наверху. Ну, нам нужно конкретное место бежать. Я уже там. Так, подожди. Как-то там. Снайпера где-то. Это я уже там. Кстати, Фомка зачем-то. Но я не понял, куда нам нужно бежать. Куда-то еще дальше. Подожди, там снайпера. Давай я разберусь. Я так-то тоже со снайперами могу разбираться. В чем, собственно, проблема? Ага! Вон она что. Все, просто бежим. Снайпера не помеха, походу. Вот этот красавец помеха. Небольшая, правда. Ребята, что сверху? У нас стреляют. Серьезно? Прыгну через крышу? Да вы... Я ж не допрыгну. Серьезно. Ну давай я попробую. Хай, я ссаный читер. Давай прыгай. Драгону. Драгону это удалось, и тебе удастся. О, доски. Изич. Ну, вообще, что-то изич, ага. А тут один день или несколько? Один, по идее. Хотя я не знаю. Нет, полностью. Что ты как-то настрелял народа? Кто? Я. Сколько? 172 человека. На двадцатку больше, чем у меня. Да я вроде, кстати, как-то особо и не пытался настрелять больше тебя, но как-то так само вышло. Да я пока бегал, там доски искал. Ну да. Ни с кем почти не дрался. Так, пол ляма опыта. Маловато. Торпейдей! Ля-ля-ля-ля. Блин. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи!